Не во всех помещениях на третьем этаже сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, при сработке пожарной сигнализации. Ну и на первом этаже тоже в торговом магазине «Пятерочка» пожарная сигнализация не сблокирована, пожарная сигнализация остальной части первого этажа. То есть система оповещения в разных частях здания сработала не одновременно. Это опасно в первую очередь тем, что при возникновении пожара люди не будут своевременно оповещены. Следовательно, есть вероятность промедления эвакуации. Также на одной из дверей не сработало автоматическое открывание магнитных замков. Но, как сообщил сегодня собственник здания, проблема уже устранена. Между тем, проверки в городе продолжаются. Сегодня инспектировали торговый центр «Парма». Параллельно с этим шли проверки в учреждениях дополнительного образования детей.